challenge time. И снова всем привет, мы продолжаем это недоразумение под названием Skyland 1976. Так, Вайер, хорошо. Здесь мы, возможно, нам нужны либо ключик, либо screwdriver, отвертка. Еще, возможно, тут враги есть. Так, а отсюда я пришел, точно. А потом я пришел вот отсюда. Просто несколько дней я не играл, поэтому уже чуть подзапамятовал. Тем более, достаточно быстро я пришел, быстро сохранился и закончил, особо не рассматривая. От фонарика все еще не хватает. Так, опять два входа. Ненавижу вот эту тему с противогазом на весь экран. Что-то где-то выключил. Может быть, я выключил газ? О, да. Слава тебе, Господи. Хоть долго не заставили прям ходить, а то я его тут потерял бы все вот это вот. Такой волшебный убивающий газ, который вентилем закрывается. Логично. Здрасте. Я еще вот так вот могу делать, смотрите, как делаю. А, я и так, и тут могу так делать, и тут. То есть везде так могу делать, да? Ну, тут чуть сложнее, но... Но тоже можно. Так, и что ты написал? В туду листе, наверное, да? Brick wall. Ладно, давайте. Вообще правильнее было бы здесь как-нибудь, не знаю, дверь закрыть. Так, здесь мы были, здесь мы тоже ничего не нашли, правильно? Нам зачем-то вайер. Для чего нам провод может быть? Работать. Не знаю, ты как-то умудрялся в прошлый раз что-то делать. Интересно, что в такие вещи можно положить вот в такой ящичек для инструментов. Только если как раз такие какие-нибудь винтики, болтики. Посмотрел и меня накрыло. Интересно. Фонарик бы могли бы и вернуть-то на самом деле. Ничего. Так, может быть, молотком вот эти штуки можно открывать? Тоже нет. А, вот тут есть ящик. Ага. Нужен все-таки этот отвертку где-то найти. Ладно, давайте буду искать.
Так, а что если? Действительно. Просто зная логику этой игры, я что-то как-то не подумал, что можно действительно сюда применить молоток. Это ж нелогично. Нужно сделать какую-нибудь херню очередную. Ключик. Так все прекрасно, блин, видно. Просто обосраться. Непонятно, бьет ли мне по башке или не бьет. Так, ну, во всяком случае, таблеточки такие есть, это уже. Немножко проще. Так, нужно ли мне сюда, в принципе? Ну, там ящики есть? Ай, сигаретки всякие. Body is frozen. Тут вроде ничего нет. Autopsy room. То есть я сюда пойду, оно, да, перенесет меня сюда. Но найду ли я что-то полезное? Похоже, что нет. Чего? Что-то сделать? Iron key. Нет, прошел. Я думал, его сейчас током шмякнет или еще что. Тут что-то много вопросиков начало появляться, таких вот бессмысленных и беспощадных. Так, ну тут ничего нету, да? О, секунду. Так, продолжаем. Ну ладно. Че у тебя так сила упала? Я на паузу не нажал, когда уходил. Блин. А там вроде бы не открывались, да? Ну, в общем-то, тут тоже не открывается больше. Мне типа спрятаться, да? Еще так, сюрприз, мазафара. Точно. Ну тут спрятаться было не сложно. Хотя я бы сюда бы еще протиснулся бы, на самом деле, если бы. Он еще дверь с собой закрыл. Какой культурный. Не в лифте родился, да? Ёптель. Ой, слепошары. Интересно было бы за ним проследить, но я не хочу вот это загружаться потом лишний раз. Как он исчезнет просто в никуда, скорее всего. Интересно, он меня здесь с первого удара убьет или нет? Типа в режиме пряток. В кои-то веки на поднятие этот квестового объекта что-то произошло. Тут даже... Но если бы знал бы, я бы сейчас бы проследил, конечно. Загружаться нет желания. Так, ключ я взял. Coin and passport.
Больше ничего вроде нет. Зачем мне бойный паспорт? Короче, принадлежал кому-то из места. Так, из обитателей базы. У меня все кончилось. Я очень много еды потерял на глупости. Так. Ну, встанете, можно еще принять. Так, паспорт пока не знаю, куда этот самый. Монетку, возможно, сюда надо применить. Ну, либо я вначале в этом расфигачить где-нибудь вот здесь, в тисках. Пенумбра, часть вторая. Там такое было. Нет бы сразу дать инвентарь. Еще и сделали такую маленькую эту зону взаимодействия. Все равно он лучше знает, что нужно отвинчивать. Я здесь, может быть, в рубильник смогу выключить, чтобы потом переподключить. Или здесь сломалось какое-то. А, он все собирается выключить. Нет, это не особо удобно при условии, что тут такие-то гвозди больше, нежели. Это другое. У них 226 вольт, серьезно? 216. У них 220 вольт, что ли, тоже? У них не 110 разве? В Америке там или 216, тут что-то другое. Да ты дохрена электрик, я смотрю. Я вот бы не догадался, глядя на вот это, что от этого автомата надо к этому подключить. Как бы, где тут логика? Как я должен был догадаться, если бы не был электриком? Ну, у меня мыслей нету. Ну, ладно. Ты лучше знаешь, видимо. А зачем мне тогда монеткой? А, ну паспорт ясно, да, монетку я применил. Но мне дали то и то зачем-то. Пока непонятно, но миссия при этом еще не закончилась. Вот это вы молодцы. Опять же, целую тонну этих дали аптек. Это не может не радовать. И давайте предусмотрительно сохранимся после собирания всего добра. Против вооруженных ребят дробовик вообще бессмысленная штука на самом деле. Откуда ты вот взялся, объясни мне. Я надеюсь, тут никаких рефайтов под конец не будет, так называемых. В данном случае убийство пару сотен таких врагов. А, так мы с Беннетом, видимо, как раз. Конечно, чувака этого шпиона
суперагента, который вторгся на, во-первых, на американскую базу, смог здесь незаметно побыть, эффект дрюкнуть, из-за него случилось тогда все, типа, да, там, распространение. Вируса и прочее. Но он не смог убить одного чувака. Обычного какого-то. Потому что у этого чувака было целая тонна аптек. Он еще проползти куда-то смог. Они пришли за ним. Чуваки, вы, может быть, не знаю, там разберетесь своим друганом. Побежали. Да, может, если побежишь дальше, а то ты что-то встал как вкопанный. Вот он просто встает на месте и все. Так, ну это бред какой-то. Попытка 2. Так, это уже... Да, я сохранился после смерти этого чувака. Так. Съедаем всю еду, что есть. Чё они его не трогали, а? Можно это как-нибудь пропустить, а? Может, ты будешь, блин, бежать все-таки? То есть надо было просто сюда. Ладно. То есть меня, чуваки, проигнорировали. Врага они проигнорировали. Молодцы вообще. Красавчики. Погони сделаны отвратительно, на самом деле. Что тут зависит такая музыка? Которая говорит, все, чувак, это уже конец. Расслабься. Да, мы уже видели такую статую. Жжалка, опять-таки. У нас потому что это этот чувак отнял ее, да? Может, по мне лучше фонарик дадите, я не знаю. Или чувак уже не боится темноты, ему уже насрать на все.
такого вида обсуждения были за этим столом. Дверь. Запчасти какие-нибудь нужно, да, тело. Не прикрепили к стене. Ну там есть комп. И он даже доступен. Удивительно. Пока закрою. Надо облутать весь этаж, так сказать. Тут все, тут закрыто. У него тут еще есть. Что? Странная записка. Это опять какой-то пароль будет. Ну, это шифр, похоже. Но, блин, опять ваши тупые загадочки, да? Оно еще и черти как написано вот этим вот. Надо было попечатано. Возможно, имеется в виду, что на 3 оно смещено. На 3 вперед, либо на 3 назад надо. Как бы это еще не на латинском, блин. Вот пример как бы еще одной плохой загадки на самом деле. Если бы я хотя бы капельку не интересовался криптографией, я бы ни за что бы не догадался, как это делать. Я начал, действительно, я этот загуливал английский алфавит, чтобы проще было сдвигаться. И вот на 3 буквы назад и сдвигаешься. И получается the password. Дальше я стал не это самое VR. Так, VR это у нас как будет? W. Раз, а, to. И там, наверное, скажет to the computer или бла-бла-бла. И вот is. Это я логично предположил, потому что 2 буквы. New Horizon. Новый горизонт. Но это... Я ее решил, но я считаю это плохой загадкой. Не забудьте язык перевести. Horizon. Действительно, подошло. Удивительно. А сейчас выяснится, что это не обязательная хрень. Ой, тип, господи ты, боже мой. Что бы это значило? Я это сфоткаю просто. Сейчас бы еще такие... циферки, буковки переписывать, ага. Я побит чуть-чуть, да, побит. Еще 4 аптечки пока поэкономим. Мало ли чё. Ну, а теперь давай задом наперед идти. Чё это у нас? Уголь. Возможно, отпечатки? Снимать будем. Еда. Это хорошо, потому что едой у нас вышел косячок. В том плане, что на хавку пробило. Так. Опять эти дурацкие шкафчики. Блюпринт. Вы что, мозги печатаете?
Нихера себе вы. Ну, яблочко. Мне бы яблочко куснуть. Спальня рядом. И уснуть. Тут еще компьютер. Сигареты. Скотч-тейп. Репорт. Офигенный. Глючащий. Так и должно быть, или ты просто не можешь выровняться? По причине того, что ты сдвигаешься, у тебя появляется эта штука, ты видишь еще много места и пытаешься вернуться назад. Но если хотите, конечно, можете просто на паузу поставить и почитать. Я вот это с трудом могу. Ну, у них, короче, тут глюки были просто. Оборудование глючит после аварии. Вирус заразил, в том числе, это аж молекулы и компьютер. Чего? Что-нибудь смогу, говорит, скрафтить на workbench. На каком workbench? На вот этом. Что ты можешь здесь скрафтить? Голову кому мы сейчас отрежем? Да, я тоже согласен, херня какая-то написана. Ничего непонятно. И вообще не интересно. Книга взрывчатки. Черный порох. Explosive of power from black powder. Using tube of sight. Ну, короче, не совсем понятно, на каком он workbench хочет что-то сделать, потому что тут я начали все-таки сюда, да? Ну давайте найдем вначале еще и трубу и прочее, прочее. Потому что у нас, очевидно, этого нет еще. Ну, шоколадочки. Всегда хорошо. Опять ничего не положили. Водичка. Тоже замечательно. Сульфур. Еще водичка. Так, селитра нам понадобится или нет? Тут мертвый мужик. Зачем он мертвый? Зачем он тут мужик? Толпета. Может быть, вот это как раз и есть оно. Опять-таки пусто.
мужик, я надеюсь, ты окончательно мертв. I forbidded though. Еще один репорт. Кому интересно. Ну, мне кажется, что-то никому особо не интересно. Если уж даже мне не интересно, то... то я думаю вам. Да, силы немножко не хватает. Жаль, он обратно не запихнул на ту же позицию. Просто перекрыто. Даже на ключ ничего не заперли. Странно. Так. Газировочка. Как приятно смотреть на камеру наблюдения и не видеть ничего. Точнее, никого. Brains. Brains. Тут тоже ничего, блин, не положили. Что за дела? Тут, блин, тоже пусто. Но где-то, по идее, тюб должен оставаться, нет? Если все это в трубу, а потом еще и фитиль сделать. Пока что я не вижу. Ну еще как бы мне это все дело надо... размолоть, конечно. Теперь бы еще вспомнить, где этот странный workbench. Вот это вот, да? Давайте читать еще. Ну, типа, сальпетр в начале. Ну, а чего тебе? Значит, возможно, действительно, в начале трубу надо найти. Чтобы типа в трубу потом это все засунуть. Давайте я поищу. Так, нашел прям по соседству, и кажется, что-то здесь шкафы не лутал. Ступку, по-видимому. И вот так решил, да? Вот прям в этом же порядке надо, как будто бы. Тут перемешать надо хорошо. Так, а теперь мне, ну... ну вот, да, скотчем мы залепим. Еще и нитку какую-то найти, типа, и масло.
Короче, три вещи я где-то пропустил. Охренеть. Иду искать. Действительно, мы ж можем дальше, наверное, пройти. А то взрывчатка-то нам особо-то еще не нужна. Не. А, давайте смотреть. Ну, допустим. D6, C5, C90, A05. Джонас Уиллер. Чё? А потом мне сканер нужно применять. Так, ладно, давайте да найдем тот трупец. Он с той стороны, по-моему. Ты ж не хочешь взорвать его? Чтобы показать, что взрывчатка это опасно. И забрать потом у него глаз. Да, тебе нужно это сделать. Чем-нибудь. У меня главный... Вот. Вот только вопрос, кто ты? Кто ты, приятель? Элис Томас, скорее всего, это. Он предпоследний, ну, в списке. Логично будет предположить, что это он. Подальше запихнуть, типа, но не последним. Хотя самое то туда посередине, там. В математической книге даже был описан этот парадокс. 2D, 7, 1... 6D, 8, 2, 1, E. Ну если... Паул Дженкинс. Да не Паул Дженкинс. Откуда ты Паул Дженкинса вообще взял? Джеймс Барнетт, кстати. Может, я где-то ошибся просто? Нет? Думал, может, каких-то рандомных выдает. Восемь, два, один, нет. Серьезно, откуда ты его взял? 8, 7, 36, C9, CA85. Алфред Булман какой-то. Ладно, буду перебирать. Хуанг Танака подошла. Она раз, два, три, четвертый. Почему? Хер его знает. Либо они действительно предлагали мне так и делать чисто методом перебора, но это, ну, тоже странное решение. Конечно, недолго, с одной стороны. Так, ну вот сюда мне и нужна взрывчатка. Потом он собрался ее делать раньше, чем она понадобилась. Такой уже посмотрел, сказал: о, я буду, вот здесь я что-нибудь буду мутить. Репорт. Тут уже и аж газ какой-то.
Опять дурацкие фоточки, непонятно для чего. Чтобы не казалось, что рабочий стол пустой. Меня смущает, что здесь сохранка прям. Газировка. Отлично. Револьверные патроны. О, нитка. Сейчас мы там найдем масло в следующей комнате и обмакнем сразу. Ну вот и туба. Есть. Нет, здесь мы нашли трубу. Прямо-таки странно даже. То есть он это просто подключил одну штуку к другой, типа, да, и счастье, поэтому газ везде был. А я перекрыл, и все стало хорошо. Потому что она потом как-то умудрилась сама выветриться. Прислось, что возможно это подача воздуха. Короче, здесь испытывали этот газ. Ой, Бузеров, спасибо. Перезаряди на всякий случай. Что, все? Серьезно? Ну ладно, походим пока с револьверчиком, если что. А что, я не могу тут пойти? Или тут чисто такая комната для вида? Да ты опять заколебал, уже есть. Жрёшь. Сколько можно? Так. Между тем, здесь мы прошли. Во. Engine oil. Вот, и oil есть. У нас, по-моему, есть все, что нужно. А, это выход и есть. Странно, я думал, это еще какой-то закуток. Ну, такое странное достаточно. Пайп-бомб. Такой... Говорится, звездонет, не звездонет. Да нет, не должно. Но сейчас, по идее, должно. Такая красивая, еще красненькая, хотя... Ну что, выходи по одному. Непонятно, меня вроде бы не ранило, но... Где тут была сохранка? Опять же, меня смущает, что мне выдали стол. Новый. Старый. Здравствуй.
Куда ты? Стой, стой, дай тебе за руку возьму, дай. Да подожди ты. А ты меня не убьешь? Ты, блин. Я думал, реально кинется сейчас. Я не пойму, это помещение так типа раньше выглядело или что, или это просто глюки? Альтернативный мир, Сайлент Хилл. Оу, это мы как-то недалеко прошли. Ну поэтому и двери не открывались, потому что их тут нет. Странно, что все закончилось не лифтом. Я тут посмотрел, у нас что-то времени, оказывается, дохрена и больше. Что-то я так как-то увлекся. Давайте вот на этом мы и закончим на сегодня. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Всем пока.